Я хочу поесть кальмара и карри. Больше всего я хочу карри. Прошло больше года с тех пор, как я ел карри. О, мистер Банчан! Давай отжиматься! Окей, 1220. 1221. 400 миллионов! 400 миллионов один! Я поссорился с Толкер. Почему вы поссорились? Расскажи нам. Неважно. Пожалуйста, расскажи нам. Я расстроен, не хочу с тобой больше разговаривать. Я тоже не хочу с тобой разговаривать. Толкер, как ты можешь такое говорить? Соберись, Толкер. Скажи это еще раз. Нет, неважно. Просто скажи что-то для Толкер. Мне нравится Айен. Я тоже ненавижу Банчана. Толкер, перестань говорить такие странные вещи. Иди сюда. Мне нравится, как ты одет. Ага. Как тебе сегодняшнее выступление? Выступление? Тебе понравилось? А как насчет тебя? Мне понравилось. Почему? Что? Почему? Наши костюмы были очень красивыми, так же, как и световые эффекты. Сцена была очень красивой. Поддерживаю. Что? Он снимает очень крупным планом, он злой. Вот как надо это делать. Эй, что ты делаешь? Не видишь, я разговариваю с Толкер. Нет, не вижу. Серьезно? Дай мне поговорить. Толкер, эти дети называют меня стариком. Нет, не стариком, просто дядей. Нет, он больше похож на молодого дядю. Кто сказал обидные слова нашему дедушке? Дедушке? Привет, Толкер. Мы приехали в Чонгып, чтобы выступить на открытом концерте. Да, Толкер, это открытый концерт. Это концерт, который открыт. Это не закрытый концерт, а открытый. Вау, я увидел это после того, как все закончилось. Как круто! Запуская сигнальные ракеты вверх. Бам-бам! Приветик. Как где? Съемка крупным планом. Сегодня прически и образы очень красивые. Хан тоже красивый, да? Только что пришел Сын Мин. Скажи что-нибудь. Ким Сын Мин вошел в чат. Может, снимем Stray Kids Talker с тремя красивыми мужчинами? Ты меня видишь, Толкер? Я сейчас вижу. А, так холодно. Это прекрасно. Режим чувства и ритма активирован. Он любит эту песню, потому что часто слушал ее в молодости. Так смешно, когда был молодым. Я думаю, ты очень любил зажигать в те времена. Ты должен больше двигать своими бедрами. Да, правильно. Покажите нам популярный танец. Удвойте скорость, удвойте скорость. Хорошо. Ты не можешь сделать так? Я не могу поворачивать свои руки. Реально? Ты так делаешь? Толкер сказали, что мы сборище детей. Как глупо для вас, Толкер. Это ты, глупый негодяй. Ты реальный геодуд среди нас. Ого, в нашей команде есть геодуд? Это были подсказки для тех, кто геодуд. Да просто скажи, что это Чанбин. Его руки широкие. У геодуда руки только на голове. Я просто представил это. Я представил Чанбина с руками на голове. Поэтому мы зовем его геодуд. Из-за его рук и головы? Я хочу, чтобы кто-нибудь отфотошопил это. Просто его руки на голове. Вы нашли геодуда. Чанбин, большие руки.
Мне рассказали, как практиковать это. Приложить руку к стене. Это слишком сложный метод. Поэтому я не люблю делать это. Что? Повернись. Что значит повернись? Итак, мы вернулись после предзаписи. Что мы будем делать? Давай почитаем послание. Да, мы почитаем послание. Я хочу, чтобы Стэй исполнили и станцевали под You and I. Серьезно? Это значит, что я прошу об этом наших фанатов. Вы же знаете, что наши Стэй лучшие танцоры. Это правда. Что это такое? Кто это такой? Что ты имеешь в виду? Это камера. Это толкер? Да, это толкер. Как ты мог назвать толкер таким образом? Я сын Мин в тебе. Я Ким сын Мин в тебе. Толкер, хочешь ростки фасоли? Толкер, ты должен есть ростки фасоли. Что ты сейчас делаешь? Почему ты хочешь съесть мое? Это спорная вилка-ложка. Это вилка-ложка, которая причинила Чанбину и Хёнджину много неприятностей. Ты знаешь, что такое вилка-ложка? Хочешь увидеть кое-что крутое? Здесь есть такие отражения. Вы знали? I am you. Что? Что ты имеешь в виду под что? Это Хёнджин. Я хочу присоединиться. Нет, слишком поздно. Ты не знаешь текст песни? Почему ты не реагируешь? Вы видели это? Он меня ударил. Спасите меня! Это так раздражает. Эй, старик, иди сюда. Он закрыл дверь? Эй, старик! Больно! Выходи! Хорошо, я ничего не буду делать, просто открой дверь. Потому что надо заснять. Что? Выходи, надо снимать. Что? Что произошло? Эй, как ты открыл? Не бей старшего брата! Хёнджин. А? Что вы делаете? А, хорошо. Свинья! Свинья? Уйди! Что с вами не так? Ой, божечки. Кто здесь? Вы видите нас? Вы не видите нас? Вы не видите, как мы сияем?
Посмотрите на нас. Мы машем вам. Вы все. Нам только что кто-то помахал. Пожалуйста, узнайте нас. Мы Stray Kids. Кто-то нам машет. Привет. Она только что сказала Хван Хёнджин. Стэй сейчас снаружи, так что мы просто наслаждаемся ветерком и смотрим на них. Как же мне их заснять? Я не могу их захватить в кадр. На самом деле могу. Смотрите, там наша Стэй. Сейчас будет съемка крупным планом. Близко. Ближе. Ближе. Перевод предоставлен фансаб-группой Stray Kids District, озвучила Айка. Спасибо за просмотр.